Итак, всем привет, дорогие друзья. В общем, купил я такие вот патроны. Это патроны Рио, 16 калибр, навеска 28 грамм. Патроны заявлены как спортивные. Вот. 410 метров в секунду написано на коробочке. В общем, решил я поснимать такое видео. Решил я отстрелять его, значит, сравнить его с своим патроном. То есть это самокрут полностью на порохе Сокол. Даже с моей дробью, мною сделанный патрон. Решил я, значит, их сравнить между собой, то есть по кучности и по резкости боя. Вот, значит, сейчас отстреляем по одному патрону по мишени, посмотрим кучность. Дальше прилепим книжки, у меня есть толстые книжки, прикрепим книжки и посмотрим, по сколько страниц они пробивают. Начнем с моего патрона, мною собранный патрон. Стрелять будем на 30 метров, мишенька уже установлена. Поехали. Какие мандражируют, почему-то не пиво водится. Слушай, такое эхо нормальное, да? Ну, патрон мягкий. Опа. Патрон мягкий, навеска порох Сокол. Пробовал стрелять с нового патрона, он немножко пожестче будет. Сейчас еще и отстреляем его. Гильзы собираем. Пошли. Так, смотрим. Ну, что-то здесь, конечно, жидковато. Особь куда-то, по-моему, ниже ушла. Да и выстрел какой-то был глухой. Или, может, потому что мы в карьере находимся? Прям как будто бы как с пушки стреляли. Бух! Дробинки, вот они, в фанере прям торчат. Ну, вот одна ушла, утопилась. Вот, ну, давайте посмотрим, что у нас. Где у нас ручка? За сравнение будем брать, значит, целиком большой черный квадрат. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Это уже счет не идет. Пять дробинок прилетело, но особь ушла куда-то все ниже, не знаю почему. Блин, на 30 метров всегда нормально прилетало. Ладно, сейчас попробуем отстрелять патроны Рио. Посмотрим. Так, следующий патрон, как говорил, патрон Рио. Посмотрим, как стреляет он. Ну, слушай, у того как какой-то такой, прям как пушечный выстрел был такой. Бух! Посмотрим, как этот. Чувствуется по ощущениям сразу отдача намного сильнее. То есть прямо аж, прямо сейчас даже плечо, так это самое ружье легкое, 2,2 килограмма, поэтому может быть. Но чувствуется выстрел намного жестче. Ладно, пойдем посмотрим. Так, ну что-то вся ушла вниз, вообще вся ушла вниз. Почему вниз ушла? Но все равно как бы я целью-то выше не беру на 30 метров, беру ровно по посередину по квадратик. Посередину по квадратик, она ушла вообще вся вниз ушла. Что-то мне не понравилось, надо попробовать еще раз стрельнуть. Короче, вот получается. Раз, два, три, четыре. Грубо говоря, четыре прилетело в большой квадрат. И остальная вообще вот вся она внизу, все осыпало внизу. Мне нравится. Да. Давай еще раз стрельнем. Пару дробин. Ну, это уже хорошо. Вот раз. Да, одна, по-моему. И то, по-моему, нет. Так, ну что, попробуем стрелять еще один патрон. Не знаю. 38 рублей стоит патрон. И что-то он весь вниз ушел. Мне казалось, там на 10 патронов один должен быть плохой. За такие-то деньги. Потому что себестоимость моего патрона самокрута, если использовать гильзу по второму разу после первого выстрела, то получается там что-то около 15 рублей патрон. Здесь 38. Блин, больше, чем в два раза дороже. Ладно, попробуем еще один выстрел сделать. Ну, выстрел, конечно, жесткий у него. Заявлено 410 метров в секунду. Выстрел жесткий. Ладно, пойдем посмотрим,
куда она прилетела сейчас. Если он так и будет стрелять, этот супер дорогой патрон, то зачем они мне такие нужны? Я лучше буду по-прежнему крутить самокруты. Не, слушай, ну мои самокруты там может быть кривовато летят лишь только потому, что там дробь неровная. Дробь неровная, упаковка может быть неровная. Ты не чувствуешь, музыки делаю. Так, ну что, в общем, все по-старому. Ничего здесь хорошего я не вижу. Блин, а. Патрон контейнерный. Ничего я здесь хорошего не вижу. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь, грубо говоря, дробин. Семь дробин прилетело. Ну, не знаю, отстреливал своим. Вот у меня предыдущее видео было на канале. Отстреливал, да, там было 15 дробин. Сразу в кучу. Здесь. Ну и сейчас мои что-то плохо прилетели. Ладно, в общем, кучность нам понятна. Но я не знаю, может быть, сделать еще один выстрел. Ну давай еще разок стрельнем на всякий случай. Может, два патрона не очень будет. Дробь почти вся торчит. При том, что да, при том, что дробь-то она вся вон наружу торчит. Так, ладно. Короче, крайний выстрел на кучность. Проверяем тот же самый патрон Рио. Что-то они мне, по-моему, уже не нравятся. Что-то третий патрон, если он сейчас действительно опять куда-то его раскидал, а что-то мне, я не знаю вообще, зачем они мне такие нужны. Короче, все плачевно. Все очень плачевно. Потому что сейчас я даже вот этот выстрел делал. На 30 метров целился примерно вот сюда вот. Чуть-чуть выше. А у меня тут вообще ничего нету. Раз, два, три. У меня сейчас раз, два. Ну, три пускай будет. Четыре, вот, да. Четыре. Это вообще ни о чем. Я не знаю, может попробовать тозом этими же патронами. Там, потому что у тоза чок с напором, но ствол раздутый. Блин, ну не нравится мне, конечно, все это. Ну ладно. Я поэтому на крайней охоте в этой варяпчике я не попал. Потому что вот такая там расстояние было метров 70 нахуй. Хотя я раньше с тоза 70 метров рябчик стрелял. Ну 60-70. Своими патронами. Да, и он замертво падал. Где-то, да? Так, ладно, в общем, проверяем бой патронов на резкость. Примотали, значит, книжку. Есть две одинаковые книжки. Примотали первую, нумерация начинается с первой страницы. Сейчас стреляем, посчитаем страницы. Сначала будем стрелять моим патроном, самокрутом, а затем будем стрелять патроном Рио уже по другой книжке. Так, ну что, посмотрим, сколько страниц пробьет тот и другой патрон. Исходя из того, что... А из чего надо исходить? Из того, что патрон Рио немножко пожестче стреляет, мне кажется, резкость у него будет повыше, чем у моего патрона. Вот, при том, что я уже знаю, что в моем патроне немножко недосып порох. Правильно? На 0,01 грамм. Меньше. Вот. Ладно. Мой патрон, самокрут, пятерка. Проверяем на резкость. Нормально. Книга развалилась. Ладно, пойдем попробуем посчитать. Так, можно. Дробины прилетели. Прилетели. Вот, значит, у нас нормально. Так, значит, первая страница. Это у нас задний переплет отвалился. Прилетело нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 штук прилетело. Пятерка, смотрим, докуда она у нас долетела. Ага, вот она здесь уже просто помяла. А, нет. Один какой-то самый сумасшедший дробин прошел
аж, так, ну здесь он просто порвал, ну вот где-то 360 300, ну здесь он уже просто надорвал, а вот здесь вот он конкретно уже, вот здесь вот он прошел. Вот дробинка на 230 странице лежит, здесь прошел, ну, здесь вот уже 4 прошло, вот. 260-270. Ну вот я не знаю, если честно, как посчитать, потому что вот здесь до сюда, по-моему, ни одна дробина не дошла, но она здесь просто, по-моему, порвала, не? Как правильно посчитать? Ну вот, допустим, возьмем за результат 375 страница, вот есть надрыв от дробины. А полное пробитие листов, ну вот здесь было пробитие, по-моему, не было, да? Ну вот здесь вот точно было пробитие сквозное, потому что на 275 было полное сквозное пробитие, вот они оторвались. В общем, не особо понятно, но возьмем, допустим, за результат. Это у нас, значит, 370-я страница, 370-я, даже 380-я, 375-я, есть надрыв. То есть бумагу порвало, а полное пробитие было на 276-й. Сейчас я это запишу. Было 276-я, 370-я, да? Значит, 276-я и 370-я. Значит, 276-я это полное пробитие, и 370-я страница, был надрыв страниц. Так, ладно, эту книжку мы убираем. Давай примотаем следующую. Стреляем другим патроном. Ой, что за шип? Ушел. Прикол, короче, в том, что смотри, какая фигня. У него контейнер не открытый. Смотри. Один лепесток только открылся. А что они с завода их не надрезают, да? Конечно, как может дробь полететь нормально, если контейнер, блин, закрытый до сих пор, он долетел аж до самой мишени. Да. Ладно, в общем, прилепили мы новую книжку. Сейчас стреляем новым патроном Рио. Посмотрим, как он пробьет. Ну, я думаю, он пробьет немножко побольше, потому что все-таки чувствуется удар у него немножко. Выстрел, точнее, немножко такой пожестче. Подвязать. Так, смотрим тот же самый патрон Рио. Проверяем резкость. Точно так же книжка развалилась. Пойдем посмотрим, посчитаем страницы. Короче, ребят, я в полном недоумении. Почему? Потому что, во-первых, стреляли мы задом наперед с 510 страницы, да? На вот на 320 есть дробина, вот она прям тут застряла. Вот, то есть полное пробитие было 296. Ну возьмем за счет 300, это получается 210 страниц она пробила полностью. Все. И надрывы закончились уже на 260. Это получается 510, 260, 40, 240, 250 страниц. То есть по надрывам бумаги 250 страниц. А полное пробитие. Полное пробитие 200.
общем, так, ребят, я в полном недоумении, почему вообще все так происходит. В общем, читал, я смотрел отзывы на ютубе по этим патронам Рио, значит, из, ну, где-то 8-10 положительных, один отрицательный. Купил этот патрон, а в итоге, ну, отзыв отрицательный. Что могу сказать? Значит, смотрите, книжки, плотность бумаги одинаковые, это госстандарт СССР, значит, там даже написано было, да, вот, значит, своим патроном, значит, нет, давайте начнем с этого патрона Рио. Патроном Рио я стрелял, значит, полное пробитие бумаги, значит, 250 листов, точнее, 200 листов полное пробитие, и 250 листов это сделало надрыв на бумаге. Мой же патрон самокрут на порохе Сокол, он был бесконтейнерный, значит, отстрелял я, значит, 276 листов, это полное пробитие, и 370 листов это был сделан надрыв. То есть, ну, что можно сказать по этому поводу? Мало того, что у него кучности нету, кучность на моем патроне самокруте, причем у меня самоотливная дробь, она бывает и кривая, и летит в разные стороны. И получок у меня 0,5 сужения, она летит намного кучнее, чем патрон Рио. При том, что когда нашел контейнер возле мишени, возле цели, этот контейнер был не открыт, и открылся только один лепесток. Поэтому, как бы, ну, я считаю, что 37 рублей платить за этот патрон не стоит это того. Не знаю, конечно, можно пострелять, но это так, на любителя. Может быть, для кого-то он подходит, кто-то только его и покупает. Ну, мне он не понравился, поэтому я, скорее всего, эти патроны вообще все разберу, достану из них дробь, возьму из них контейнеры пораскрываю и уже закатаю в новые гильзы, то есть на порохе Сокол. То есть, скорее всего, будет это сделано так. Ну, на сегодняшний день мне эти патроны не понравились, так что так. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, обязательно подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч, всем пока!